успела, что-то успела. Несколько слов. Убежала. Кто еще будет купаться? Наталья, остановитесь, расскажите, что с вами произошло сейчас? Невероятное. Что это было, что? Это какое-то путешествие в мир парения, которого я еще никогда не осуществляла. Это впервые. Что там было? В моей жизни. Буквально несколько слов, что было? Это был танец с саблями крутого паренщика, с вениками. И снегом, да? Снегом, и потом еще купель, все круто. Белый пушистый. Как прошло умное парение с Алексеем Приваловым? С умным человеком, что парение, что чаепитие, даже просто молчание и созерцание белого снега является умным. Что и вам желаю, уважаемые зрители Ютьюба. Нашу честь фейерверка дней.